Сейчас даже, чтобы нормально обследоваться, даже чтобы тебе дали такое более квалифицированное обследование, надо дать денег. Надо дать денег, чтобы начали давать какое-то лечение. Непосредственно я как бы так не попадал, я сталкивался это в другой сфере, за гратами, и я мав такие, именно такой опыт, что нужно врачам заплатить непосредственно и за медикаменты, и такие препараты, как противотуберкулезные препараты, хорошие антибиотики. Надо было заплатить, чтобы двинулось лечение, чтобы двинулось какое-то выздоровление.